Сейчас вам покажу фруктовый фруктом маркет Спайн Харихарма Мол. Вы вернулись на маршрут. Блин, лучше возьмем какой-нибудь самый дорогой. Килограмм, надо. Да, 40 дирхам килограмм. Это сколько? Даже на 20, 800 рублей, только 1000 рублей килограмм. А этот 18, да? Ну, зеленый. Это зеленый, да, наверное? Ну, это, наверное, кайфово будет. Давай возьмем. А что, килограмм целый? Ну, одну, не, одну взять попробуем. А это что такое? Лень, Алис, это твой любимый фрукт, знаешь, как называется? Шапка. Авокадо. 12 дирхам. 24. А почему тут дороже, Али? Ну, наверное, другой производитель. А это Африка, а это... Ну, все. Америка. Да? Африка, Америка. Америка. Ага. Где? Бананы. А бананы почем? 7,95. 7,95 спелые. А у нас почем? Бананы последний раз брали, не помнишь? 100 рублей. 100 рублей, а тут дороже, да? Тут 200. Арбузы почем? Пойди посмотри. Сейчас яблоки посмотрим. Это что, Алис? Что это? Яблочки, Лень, как упакованы, красиво. Да, упаковка, конечно, прям. Мандаринки. Такая аппетитная, хочется даже взять раз так. Интересно. Яблоки. Уложены красиво, скажи. 18, 16. Да, вот эти дорогие какие. 29. Австралия. Наверное, вкусная. Новая Зеландия. Китай. Ой, вот тут давай диковинные фрукты посмотрим, что это такое. Драконий фрукт, да? Сливы. 39 дирхам. Ой, вот это самое вкусное, мне нравится. Личи. 21, у нас, по-моему, 1500 он стоит. А тут 21, ну, 500 рублей, да, это дешево. Так, яблоки 10 дирхам, 250 рублей килограмм, да? Ну да. Апельсины. В отеле мы наелись апельсином. У нас и на обед, и на завтрак, и на ужин ананас. Вот такой хороший, сладкий очень ананас у нас в отеле подают. И ананас, кстати, сколько стоит? 16,50, это один, наверное, да? Или килограмм. 16,50. Батат. Гляньте, сколько тут батат. Батата Америка. 26 дирхам батат. Купить его домой, что ли, прорастить дома. Картошка. 4,75. 5 это. Американская картошка. 21 дирхам. Это... Больше 500 рублей за килограмм, что ли, не бывает. Мандаринки, апельсинки 8, ого, лимон 28 дирхам. Лимоны. О, вот это нам больше интересно. Гляньте тут, какой ассортимент ягод. Я вам скажу, ягода очень красивенькая. Клубника недавленная. Такая, знаете, прям... Похоже на Азию, блестящая. Ну не знаю, вряд ли это Азия. Скорее всего, Sensation. Sensation. Magnum. Что написано? Magnum. Так, а сколько стоит? Клубника 25 дирхам стоит 300 грамм, да? 25 дирхам, да, 300 грамм. Вот это кругленькая, видишь, это... А, это дрисколовская, видишь? 21,50. 21,50, тоже 300, да, грамм? О, а малина, да, ежевичка. О, малина, нифига себе. А ну, подержи здесь водичку, а то мне неудобно, да, рукой. Крупная какая, посмотрим. Что это? Ух ты, глянь, какая она прям. Размер у нее, да? Красивенькая, да? 21,50. Моровила. 170 грамм. Моровила, или что? А не написан сорт? Нет. Фрамбой. Органик. А органическая дорогая. А какой? Нет, какой этот сорт не написан, да? Но размер ягодок прям такой. Прям, ну, она еще хорош. За счет того, что она органика, она дорогая. Вот видишь,
не органика 21,50, а органика 31,50. 172. Вот. И здесь только органика какая. И не органика. Мелкая, правда, ежевика, но она еще без пикселей. Нет. Голубика. А, есть тоже пиксели. Голубика крупненькая, да, дресколовская. 21,50 за 170 грамм. Вот так прям ценник такой. Ой, черешня вообще суперская вот эта черешня. Сколько она стоит, интересно? 65 дирхам. Нифига себе ценник. 65 дирхам за сколько грамм? За 600 грамм. Красиво. Можно пробовать, интересно. Нет, тоже в гипермаркете. Так, а что виноград? Виноград кишмиши, да? Так, виноград 15 и, ну, 15 дирхам за полкило, 30 дирхам. Дорогой виноград. Киви, о, глянь. Наш любимый, как называется, Алис? Инжир. Хороший размерчик. Крымский черный, наверное. 55 дирхам. 55 дирхам за 750 грамм. Ну, это прям вообще круто, да, цена? А, это органика. А, органика. А не органика 49,50. Но все равно. Органика всегда дороже, без считается. А, ну вот померче, да, наверное. 4 штучки, 190 грамм, 16 дирхам. Ой, глянь, гранат чищенный, Алис, видела? Помыло чищенное, 500 грамм. Помыло уже почищенное, да, не надо. 35 дирхам. Ой, вот это что такое? 18 дирхам. Тут написано, не знаю, какой-то фрукт. Давай попробуем. А вы взяли корзинку? Нет, мы не брали. Алис, иди корзинку бери. А то мы сейчас все пройдем, интересно. А это, наверное, кокос, видите, в этом. В упаковке. Ну, это ассорти. 20 дирхам, ну, 500 где-то, 550 рублей, да, получается. Огурчики. Сколько стоят огурчики? Огурчики стоят 8,50 за 500 грамм. Килограмм. Сколько? 17, да? Морковка. Сколько морковка? 6,50 дирхам. Умножайте на 25, на 26 где-то. Если на рубли хотите перевести. Огурец 6 дирхам. Так, кабачки. Вот свекла, самая дешевая, 4 дирхама. Тут перцы какие-то, 14. Картошку я уже показал, да? Это что такое? Чина гинджер. Гинджер Индия. Забыл, как он называется этот. Копает его. Ладно. Кто знает, напишите, как эта штука называется, блядь. Я вылетел из головы. Ой, глянь, какие интересные помидорки. Глянь, здесь какие интересные помидорки, видела? Тыква? Глянь, какие. Ой, глянь, там кисточками, да? Черики. Сколько стоит черики? 13-18 дирхам за полкило, за 350 грамм. А вот это как называется, Кис? А, забыл. У нас ее не едят, да, по-моему. Почему у нас ее не едят? Или не продают у нас такое? Продают. Продают? Ни разу не видел. Ни разу не ел. Не, ел как-то в этом, маринованную ели, да? Спаржа. А что это такое? Да спаржа, наверное, спаржа. Написано тебе что-нибудь? Тут ценник, где? Холланд, томатовый чеснок. Сколько стоит чеснок? Чеснок 250 грамм стоит 15 дирхам. А он пучками, видите, связано. Вот так вот. Чеснок продают. А тут нарезки, глянь, уже готовые, да, Лис? Вот, овощная нарезка тут что-то. Кактусы. О, кукуруза, глянь, какая. Прям аппетитная, да, такая. Сколько она стоит? Свет кор. 29,75. 650 грамм, 20, ну, 30 дирхам, 30 на
25 это 750 рублей где-то килограмм. Круто, да? А? Так, там сейчас посмотрим, что. Телефон. Люди. Это что такое? Его тоже едят, что ли? Да. Серьезно? Да. А и маски делают, и едят. 19,50. Это болгарский, наверное, перец. Я людей не снимаю. Тут что? Это, наверное, а вот эти. То, что мы сейчас ногами топтали, да? Тут они стоят 45 дирхам за 400 грамм, да? Да. Ну вот мы. Мы вчера брали вот эти, ну. Не помню, почем мы их там брали вчера. Там дешевле были, по-моему, да? Там по 11, а тут 45, да? Ой, чипсы вчера здесь такие мы брали? Или не такие? А вот те чипсы, которые я сказал, с черной икрой. Там кто-то дочитался в комментариях, сказал, это с черным перцем. Да, он острый. Серьезно? Да. Че? Конфет. Ой, как ты говоришь, Алис? Что там? Рай конфет, да? Да, а я одну попробовала. Вчера думала, где же кратер? Тут сплошной перец такой. Мне в комментариях кто-то пишет. А я ни разу не видел, у нас нет таких, у нас не продавали такое с черным перцем. Ну, я не знаю, я вчера попробовал, что-то я вроде какой-то Давидов, сколько стоит? Посмотрим. Давидов, кофе. Кстати, Бушида есть у них тут кофе, нет? У нас Бушида уже больше 1000 рублей баночка. Кис, увидишь? Бушида увидишь? Посмотри, у нас больше 1000 уже банка стоит. Так, тут что, чай, да? А вот кофе, вот она. Сейчас посмотрим. Кофе Бушида. Бушида, японский кофе. Нескафе. Нет, Бушида я что-то не вижу. Ну, кстати, и нет такого ассортимента большого, да? Нету ассортимента, вот. Выбирать приходится среди Нескафе. Максвелл какой-то, еще что-то. Сколько у нас кафе стоит экспресса? 33-35, да? Дирхам. Вот. Нет, тут нету. А вот, смотри, молоко мы берем вот такое. Альпро. У нас оно одно время цена подскочила там. Почти 500 рублей стоило. Потом там 150 опустилось. А сколько ж тут она? А вот 19,50. Это что такое? Короче, 20, 500 рублей. Ну тут дорого. Дорого. Что там? А что это такое? Это не кофе. Это знаешь, что это сливки добавлять в кофе. А это, наверное, сироп какой-то. Не знаю, милк что-то написано. Даже не знаю, что это. 4,25. Ну хочешь попробую, возьму. А ну, Алис, пойдем дальше, посмотрим, что тут еще. Так, ну вот это я даже не знаю, что это такое. Это, наверное, арахисовая паста. Арахисовая, да. Мне не нравится она. Мне она не нравится. Пойдем тут там посмотрим, что тут еще. Это эти. Вчера мы покупали их по 11, да, или почем? Дирхам в том магазине, а тут они 49. Видите? О, дошики. Давай дошики посмотрим, почем тут. 4,75 дошик. 5 дирхам. 5, ну, 100, 125, 100 рублей. 125, 150, да? 6 дирхам, вот, 150 рублей. Да не, нафиг они нужны. У нас там в столовой столько еды, что еще не хватало дошики там есть. Че? Острые. Ну да, это еще острые, да. Ну, какие-то разные вкусы, не знаю даже, если я не любитель, я так очень-очень редко могу там дошик съесть. Так, что еще? А что вот это такое? Канадиан, мапль, сиропы, 50 дирхам, вот клубничный сироп, да?
А это что? Это в бутылке какие-то крупы или что это? Ну это крупа вот, да? Сверху ММДМ с конфетки, да? Это шоколад вот сверху. А это какой-то коктейль? Ангел. Делик. Ну, наверное, какой-то видишь, вот видишь. Три слоя, не знаю даже, что это такое. Я тоже. А может это молочный коктейль? Так, тут что, крупы. Это по женской линии. Даже не буду их смотреть. Сахар. Сахар интересно, сколько стоит. А сахара что я не вижу. Видишь, что это сахар? Пойдем сюда. Где? Нет, это мука или что-то такое, не знаю. Может, пшено какое-то. О, смотри, что это такое? А, это знаешь что? Это перцы. Да, крутишь, то есть там, видишь, он цельный, его крутишь, когда и он сыпется. То есть сразу перцем молка. А это в салат, ну, наверное, в супы, там и куда-то мясо сыпать, да. Так, тут еще бандюэль, кукуруза, фасоль. Ой, фасоли сколько, глянь. Целый этот. Целая полка, я тоже не люблю. Так, это бобы всякие разные. 7-5 дирхам бобы, кстати. 10 дирхам, 250 рублей пачка, да? Все. Это, знаете что, это килька в томатном соусе, скорее всего. Я думала, это селедка. Так, Golden, это что такое, не знаю. Это жамине, райс, что-то, рис, а, рис. Так, оливочи. Сколько оливочи стоит? 25 дирхам, да, такой, полулитровый. Это что такое? Мура экстра вирджин ойл. Ну, ойл, масло. Это масло какое-то, да. Красивые бутылочки, ага. 142 дирхама, представляешь? Это сколько? 2500. И еще половинка. 3. Почти 4000 бутылка вот этого масла, я не знаю. Премиум, эдишн. А этот вообще, глянь, 187 дирхам. Не, нафиг. Я думаю, это для ценителей, да? Пойдем. Так, тут что здесь? Это, наверное, это крем чес. Ну, наверное, мазать на бутерброды, видишь, вот такой вот. Наверное, крем сырный. Майонез это. Глянь, майонез какой. Майонез, видишь? Ну да, кетчуп. Майонез 500 рублей вот тот стоит, да? Так, тут что здесь? Тут заморозка всякая, как в Окее, там, в Ашане. Где грибы? Нет, это не грибы, это у них эти... Это лук или чеса. А я вот этот ел, у нас столовой такой давали. Я ел, не знаю, я даже не понял, что это такое. Да, ты мне давал попробовать. Да, да, да. Сильвер скин. А это какой-то лук тоже. Спин, фуд какой-то, не знаю даже, что это такое. Яйца маринованные, что ли. Да, яйца очищенные. Серьезно, маринованные? 30 дирхам, представляешь? Ребенок угорает. Ой, огурчики классненькие, маленькие, да? Класс. Ага. Корнишончики называются. Варенье. Варенье 12 дирхам. Это 300 рублей, да? Это паприка, скорее всего. Хайнц. Всякие соусы, а тут всякие кетчупы, вот кетчуп томатный, сколько стоит? 32 дирхама, ну, я тебе скажу, прям почти 1000 рублей вот такая баночка, не знаю, я не люблю вот такие, ты любишь такие? Я не люблю. Пойдем посмотрим, то что мы любим, пойдем посмотрим. Вот такие нарезки, ну не знаю, мне вот у нас столовые дают в отеле вот такие нарезки.
Мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Ты пробовала? Вообще фигня. И вот эти вот дают колбаса, вот какая-то не настоящая, какая-то как будто там не мясо, а как будто непонятно что, соя, наверное. О, глянь, соки. Соки они, глянь. И недорого. Сколько? 9 дирхам получается, да? Вот такая бутылка, это манговый сок. А это какое? Лимонная мята. Ух ты, давай возьмем вот такое, лимонную мяту. Сколько он? Ну, 10 дирхам, 250 рублей. А вот это кто? Это яблоко. Где? Ну, бери, хочешь, попробуй. Сейчас на улице жарко, шли пешком. Да, она прям ледяная. Да? А вот киви с этим, смотри, маленькие бутылочки. Киви-лимон. Ягодный. Вот апельсин, мята, 2,50, такая бутылочка. Давай попробуем. Апельсин, мята. Выбирай, какой еще будешь. А хочешь с этого, с петрушки? Блядь. Петрушка или что это? А это ваниль. Назад пешком пойдем или на такси? На такси. А что, пешком не хочешь? Ой, вы, блин, вообще дохлики. Прогулялись с мамой, 17 минут было идти. Мы даже не дошли до того супермаркета, в который шли. Это мы по пути сошли, просто первый попавшийся. Double shot. Это кофе, да? Стар этот бакс или как там. 2 экспресса. 13,50. А это что такое? Фрапучино. Холодно. Фрапучино. Ой, глянь, какой кефир с этим. С голубикой. И с клубничный кефир. Сколько стоит? 30 дирхам. 750 рублей. А это молоко. Алис, будешь? Бери. О, пропусти молодого человека, Леня. Взял. Целую упаковку молока взял. Что ты взяла? Молоко. Да бери и то выпьем. Сейчас воду хорошо пьем. Нет, сейчас черный. Выпьем. А? Черный. Давай фрапучино возьмем. Подожди, сколько она стоит? Что-то не пойму. Starbucks 12. 300 рублей, да, получается? 250 грамм. Дешевле. А? Дешевле намного. А то 13, где дешевле? Это наоборот дороже. Ладно, не будем рисковать, мы его нафиг. А вот смотри, органик. А, это молоко с этим. Вот органик дороже все, видишь? 23 дирхама. 600 рублей, даже 650 рублей. Кокосовый. Вот такая маленькая бутылочка. Молоко. Обычное молоко 6,65. Это какая у него этот? 3,2 или 2,8? 1 литр. А не видно, сколько это жирность. Просто написано 100% молоко. Пойдем сюда посмотрим, что тут есть. Арбузы. Дыня колхозница, наверное, да? О, а сколько хлеб стоит, а? Пойдем посмотрим, сколько хлеб стоит. 8 дирхам булочки. Так, ну вот батон. 15 дирхам. Почти 300, даже больше рублей. Курасанчики у нас в отеле. Очень вкусные подают. И тут они тоже аппетитные, да, Лис? Пойдем там еще посмотрим. Почем мясо? Что-то я мясо не вижу. Не вижу мяса. А тут готовая еда. А? Ну, салаты, они должны быть холодные. Да? Так, сыры. 15, 16, 17 дирхам за 100 грамм, да? А, 100, за 200 грамм. Гауда, сыр, видишь?
Это Амгауда. Я такой не особо. Я знаю только один сыр. Какой мы с тобой сыр едим, Алис? Как называется? Пломбир. А? Пломбир. Как-как? Пломбир. Пломбир? Пломбир. Нет, не пломбир. Как? Пломбир. Сейчас мама придет, скажет. Там. О, курица, Алень, какая аппетитная. 18.50, да? Ну, почти 500 рублей. 400 рублей. 450 рублей курица. О, мясо, мясо. Давай посмотрим, почем мясо. Ангус, филе, 250 за килограмм. Вырезка. Ну, а где мы его будем жарить? Вот, 130 за килограмм. Это 2500. Еще 700. 3. Почти 4500 за килограмм. Под солнцем будем жариться. Вот я скажу, круто. Вот, 2000, да? За килограмм. Такие кусочки. Ну, мясо дорого тут, да? Может, оно какое-то тут особо. Ну, вот такие кусочки порезанные. 45, да? Курица 48 дирхам. Грудка, да? Так. 48. Ну, 50 на 25. 1200. Нифига курица. 1200 за килограмм. А кто-то видел снег летом? Снег? О, глянь, это, вот это мы любим. Смотри, крабы. Говорил, тебе надо ловить было. Глянь, по 33 этого дирхама. А этот, как он называется? Папа, ну, что ты, 250. Краба, что ты его не взял с собой? А ты ж как начала пищать. Надо было его с собой взять. Если бы мы в чайнике, мы бы в чайнике варили с тобой бы, наверное. Креветки какие. Ух, 140, 100. 80, вот такие маленькие, по 40 дирхам, ну по 1000 рублей килограмм, да? По 2 и по 2,5. Вот филе, хорошее филе. Так, а сколько? 145, 120, да, филе стоит, красненькая рыба. Это морской окунь, да? Морской окунь, а вот это склад. А это? Привет, привет. Ну, нам ее готовить негде, Алис. Ой, смотри, тут этих улитки, которые мы... Видишь, они вот, они живые, их едят, оказывается. Да. Надо было ловить ракушки. А? Надо было взять ракушки. Так, икра. О, кстати, икра, глянь. Лососевая зернистая. Производство Made in Russia. Горбуша. Сколько? 110, 2500, 2600. Баночка. Ну, нормально так, да, ценник? Икра из России. Санта Бремор. А. Слушай, вот это едят, смотри, оказывается. Вот эти ракушки, что мы собирали сегодня, они съедобные, оказывается, видишь? А, вот это, наверное, дешевое. Там, наверное, премиальное мясо. Тут вот курица. Курица 19.50 за килограмм. 500 рублей за килограмм. А это ножки, знаешь, сколько стоит? 5 дирхам, 125 рублей килограмм. А сердечки 225 рублей за килограмм, да? Ну, да. Печень. Куриные лапы. Что там? Это я шла мне. А, духи. Ну, таких, ничего. По-моему, не слащавы? Пойдем еще посмотрим, что это. О, яйца почем? Почем же? 5.50 яйца. 6, 20. 11. Так, 5.50 это 5.50 за десяток, да? Или за 6? А, за 6. За 6 яиц 5.50. Ну, 25 рублей яйцо, 250 рублей десяток. Ого. Яйки тут дорогие. Вот, 10 яиц 11.75. Это получается больше 30, почти 30 рублей яичко. 12.50 эти перепелиные.
сладости. Чё, Алис? Да, дорогие, кстати. Масло сливочное. Сколько стоит президент? Тут хорошее. Так, 22, да? 22, ну да. Прям дороже, да? Дороже. У нас хорошая сливочная пачка стоит, по-моему. Сколько сейчас сливочная? 120, 130, наверное, да, пачка у нас хорошего? Вот таких мы вчера купили. Только в больших пачках. Вкусненькие. А что за мороженое? Пломбир? Кореновский? Кореновский? Коровка из Кореновки? А, да, свяжитесь со мной. Коровка из Кореновки. А где они тут? А их тут и нету как раз. Или есть? Коровка из Кореновки. Какой? А вот кит-кэт. Смотри, дырка клубничная. Клубничная? И мне тоже клубничная, давай. Вам клубничная? Да. Ага. Покажи. Рожки, ага. А помнишь, мы в Турции брали, как называлось? На коровьем молоке. На козьем. Ой, на козьем или на коровьем. Не помню. Ну, может, его и тут продают. Нет, тут не вижу. На козьем молоке было какое-то. А там что, в том конце зала не ходили? Сейчас тут посмотрим, мы еще тут не были. Вот эти чипсы я вчера обозвал с черной икрой, да, это с черным перцем. Ха-ха. Больно крупный перец. А я, значит, я уверен, что вот если ты тут не умеешь читать, ты не поймешь, что это перец нарисован. А там написано black? Ну, черная икра. Какой? Пеппер. Пеппер, это что? Вода 12. О, один дирхам, маленькая бутылочка, 25 рублей. Вот это вот вода у нас тоже стоит очень дорого, пеппер. И тут она стоит тоже 750 рублей. Ой, нет, 16. Ну, пеппер. Перья. Или как она? А, перья. Так, ну тут я не знаю, что тут, о чем. Это женские. Что там, райдами девочек? О, Кока-Кола. Вкус победы. Почему-то она вся какая-то или черная, или белая. Пепси мы купили. Алис, все, пойдем. В пол холодильника. Пойдем, мороженое расставить. А мы сока еще взяли. Зачем? Ну, вот если захотела арбузный, я захотел еще какой-то. Лимон, мята. Или это лимон? Ну как вам экскурсия? Все, пошли расплачиваться. Расплачиваемся, кстати, наличкой только. Карты не работают.